Всем привет, ребята! С вами снова я, Вера, и вы на канале Дневники Веры. Сегодня мы с вами будем лепить щенка по кличке Эверест из мультфильма «Щенячий патруль». А как сделать Эверест? Сейчас посмотрим. Подписывайся на канал. Для начала слепим голову, туловище, чемоданчик, передние и задние лапки, детали для оформления мордочки и кармашки, детали для оформления одежды и ушки. А теперь все это соберем. Итак, начнем с оформления головы. Нам нужно скатать шарик из фиолетового пластилина и начать вылеплять щечки. Для этого еще небольшой кусочек фиолетового пластилина прикрепляем сбоку. Теперь нам нужно прикрепить более светлый фиолетовый пластилин. Я его смешала с белым для того, чтобы получить слегка фиолетовый оттенок. Аккуратненько все прикрепим. Теперь прикрепляем деталь мордочки. Место, где у Эверест будет улыбка. Теперь прикрепляем небольшой шарик, где у Эверест будет крепиться нос. Аккуратненько ее закрепим, сгладив все неровности. Теперь прикрепим глазки. Для этого сделаем для глазок углубление. В углубление белый пластилин. Затем голубой. Теперь второй. Делаем черные зрачки.
Веснички. Теперь сделаем нос. Также не забываем про бровки. И сделаем по маленькой точечке из такого же светло-фиолетового пластилина. Нос скатаем в шарик. Прикрепляем его. Теперь возьмем стык и сделаем улыбку. Теперь нужно оформить шапочку. Сверху идет вот такой вот пластилин, зеленый, мятный, скорее всего, цвет. Теперь оранжевый. Прикрепляем ушки, два белых треугольничка с бежевым пластилином внутри. Теперь нам нужно взять светло-светло-голубой, и голубой смешала с белым, и обернуть шапочку и ушки. И начнем оформлять туловище. Эверест ходит в таком комбинезончике. Здесь будет голубой воротничок, молния, оранжевый пояс. И сзади будет рюкзачок. Итак, начнем. Начнем мы с черной вставочки. Небольшой кусочек черного пластилина прикрепляем. Теперь воротничок. И оранжевый пояс. Теперь молнию.
лапки фиолетовые, а сами подушечки более светло-фиолетовые. Для этого скатаем шарики, прикрепим их. Сделаем такие растяжки цвета на лапке. Теперь прикрепим передние лапки. Для лапок делаем небольшие углубления. Нужно взять оранжевый пластилин и обернуть вокруг каждой лапки. Теперь прикрепляем боковые рюкзачки, карманчики. И задние ножки. И, конечно, не забудем про хвост. Какая же собака без хвоста? Кстати, Эверест – это порода хаски. Теперь прикрепляем голову. Такая красота у нас получилась. Эверест готова. Еще один прекрасный член команды щенячьего патруля. Ура, ура! Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот так она выглядит сбоку.